Естественный, то есть нативный ареал вида охватывает Восточную Африку. В настоящее время охотина гигантская распространена во многих тропических и субтропических областях Земли. Распространение брюхоногого моллюска связано с интенсификацией международных торгово-экономических связей и транспортного сообщения на протяжении 20 века. В различные регионы земного шара моллюски попадают вместе с сельскохозяйственной продукцией. Во многих странах тропического пояса охотины считаются опасными вредителями сахарного тростника и относятся к карантинным видам. Парадоксальным является то, что на протяжении только одного 20 века одно из самых медлительных животных расселилось по планете быстрее, чем какой-либо другой вид беспозвоночных.